А это папка вчера мясо мариновал. Здесь, значит, у нас говядина, курица и курдюк. Сам замариновал. Должно быть очень вкусно. Но вести это в кастрюлю как-то не хочется. Сейчас придется это все в пакет выложить, чтобы потом кастрюлю обратно не тащить. Надо будет сказать Свете, чтобы она ничего не кушала в дорогу. Приедем, приготовлю шашлычок. Здесь, значит, овощи, фруктиков взял, рыбка соленая к пиву Андрею. Светка будет сок пить, лепешечки под шашлычок, ну и этих орешков там в течение дня пожевать. Возьму вот эту собаку и вон ту, а там у меня уже мангал лежит. Да, Джина, тазика сегодня возьмем. Дюна Тайшин, поедешь с нами, мой хорошенький? Тазичка, ты куда едешь, мой хороший? Папка тебя в этот раз тоже взял, да? А то мне мама говорит. Ну чё ты Тайшина не взял? Вот и так бы спал бы, лежал бы там, какая разница? Чё он тебе, мешает что ли? Он уже вон в машине едет, как будто бы 100-метровку пробежал. Ему тяжело в такую жару там куда-то ходить. Ему бы полежать, поспать. А Джинка уже вон этот второй раз сегодня едет, уже знает, что стоять не надо, силы экономит. А Светочка у нас вон какая красивая, косичка. Так что все, едем опять на речку. Джинке разрешил сюда за штурвал поближе, на коленке. За это она меня облизывает. Свет, скажи людям, почему Клёпу дома, почему ее не взяли? Потому что я боюсь. Что Джины подерутся? Да, Джины подерутся. Дима говорит, бери, а я боюсь. Да. Потому что они один раз с Джиной подрались, и мы теперь не можем их отпустить в свободное плавание, просто бегать. А то они будут там сидеть вдвоем на поводках, это уже не отдых будет. Лёпа вчера ездил. А, так можем, вообще не вопрос взять. Я говорю, давай оставим собак моих, Лёпу возьмем. Лёпа завтра поедет. Лёпа завтра. Она вчера съездила с мамой. Вот, Света взяла маму, свозила в это райское место. Маме тоже понравилось. И Лёпа говорит, классное место. Искупалась тоже там и уехали. А сегодня тазика взяли. Да, Тайса? Поворот. Светка говорит, ты что, хочешь рассказать всем про это наше место? Да, завтра 1 000 000 подписчиков. Да, то говорит, завтра. Сейчас прикиньте, приезжаем, а там все наши подписчики с собаками. О, привет! И что мы будем делать? Это как это, у меня спрашивают, а где ты мясо берешь? Под каким там крытым рынком? У какого продавца? Я говорю, ага, так я тебе и сказал. Сегодня ты мясо возьмешь? Джина, ну куда ты лезешь? Стоять! Ну что ты сюда вообще вылезла, собака? Скажи, что ты сделал? А завтра вы все поедете на этот рынок, у этого продавца все мясо выкупите, своим друзьям расскажете, и папка останется без мяса. Я уже приезжаю туда, там постоянно рубца нет у него. Вот так вот вам всем рассказываю про наши райские места. Да, сучка? Истоптала мне все. Да ты выпрыгнуть хочешь? Ты смотри, смотри, овца. Джина, ты чё? Она же может у тебя выпрыгнуть. Да, она прыгает. Тайсон на море приехал. Как тебе, тазик? Короче, чувак, я думал, здесь все занято, а он, оказывается, на велосипеде вот приехал. Ну, мы надеемся, он ненадолго. Здесь у него даже ничего нет, он просто, видимо, приехал, сейчас уедет. Сейчас здесь, как обычно, разложимся, Тайсон кайфует, смотрите. Тазик, ай ты мой сладкий. Смотрите, как ему хорошо.
Тасик, давай ошейник сниму, Тасика. Сразу охлаждается. Кстати, а там это кто-то новенький приехал. Я же говорю, там вот отдыхают, потому что там заезд нормально. А здесь, на нашем месте, здесь нет заезда машин для машин. Поэтому сюда никто не заезжает. Там коттеджи строятся. И никто не знает, что здесь есть такой пляж. Дикий. Светка взяла вот холодильник. Ну, потому что молодец, правильно позаботилась. Можно, конечно, и в речку положить, но в холодильнике лучше. Светка позаботилась. Молодец, Светочка. Светочка, молодец. Ну, смотрите, какая красивая, красивая русалочка. В общем, мы только приехали, сейчас покупаемся, отдохнем немножко, потом поставлю мангал, разведу огонь. Да, Динка? Да. В общем, потом все остальное потом, сейчас будем отдыхать, играться с собаками. Эх! За хорошее настроение. Да. Да, Тайсон. Тайсон. Давай на тебя. Друзья, всем вам хорошего настроения. Приезжайте к нам. Где мы находимся, вы знаете. Да, только тогда, когда нас здесь нет. Не знаю, вам видно, нет? Муха на носу у Тайсона. Тайс, кто там Тайсон? О, вот так видно. Кто там Тайсон? Что такое? Кто там Тайсон? Кто там? Кто там Светка? Наше классное, любимое место. Позавчера, да, или два дня назад мы здесь были? Понедельник было, сегодня среда. Пока хорошие деньки, решили, в общем, прокатиться еще. Завтра еще жара будет, послезавтра. Поэтому что дома делать? Ну и тазик, да, нас охранять будет здесь. Рыб перебежали к нам, короче, две собаки. И хорошо я первого увидел, а то бы сейчас Джинка побежала бы и кирдык был бы. Но это кобель. Тихо! У меня просто старенький этот. Главное, чтобы ваш не бросился, у меня девчонка может за него заступиться. Иди сюда, серый. Серый, давай, папка уплывает уже. Ему сколько? Сколько ему? А, ну уже нормальный кобелек такой. Тайсик, иди сюда, Тайс. Иди ко мне, молодец. Иди сюда, Тайс. Тайс, пошли. Все, пошли. Серый. Иди давай. Ну, Джинка молодец, она с кобелями не конфликтует. Если была бы... А то тоже кобель. А, молодец, Джиночка, молодец. Ну, Джинка нормально. Она когда у нее течка и когда ложка, она может огрызнуться. А когда это все проходит, она нормально реагирует. Молодец, Тазик, спокойно. Эй, Серый, ну-ка, Тайсону мне не приставай. Джинка тебе сейчас это даст просраться. Пошли, Тайс, пошли, пошли. Вперед, Тайс, вперед, пошли, пошли.
все. Выводи Тайсона туда. Серый, давай. И серый. Скажи, куда я пойду? Девчонка такая, да? Ну да. Все, пошли, тазик. Пошли, Тайс, пошли, все. Молодец, Тайс, молодец. О, Светка погнала, молодец. Все. Дай, стой, Джина, Тайс. Блин, ну, хорошо, что я первого увидел, а то бы, если бы она Джинку схватила, Джинка увидела, прям она... А куда он делся, старик? Туда, что ли, уплыл? Он еще здесь бегает. Ну ладно, пусть бегает. Да, Джинка к нему вроде нормально. Я думал, это, если девчонка, было бы хуже. Да, друзья, говорят, смотри, зачем тебе удочка? Она поплыла за рыбой, вон там рыбы плавают. И смотрите, поймала рыбу, офигеть. Плывет, говорит, на тебе папка, смотри, большую рыбу поймала. Молодец, Джиночка, давай, тащи сюда. Молодец, надеюсь, она не отравленная. Молодец, Джина. Пошла, пошла, говорит, сразу этот, в костер. О, это что за рыбка у нас? Ну-ка, Тайс, тихо, уйди, дай посмотрю. Это какая-то не карась, плотва, наверное, что-то такое. А, Джинка, добытчица, молодец. Нет. А, вижу, вижу, вот, да, вон она. А это вот ее хозяин, да, дед вон тот? А куда он поплыл без собак? Походу он, смотри, он идет вот по реке, а они по дороге вот тут бегут. Блин, опасно. Ну, пусть стоят. Ай, Джинка играется, играется с рыбкой. Надо Джине ошейник надеть, потому что если сейчас собака прибежит, надо будет как-то ее удерживать. Хотя бы ошейник надену, потому что проще будет держать ее. Ну ничего, посмотрим. Бой лайки с питбулем. И Тайс. Где Диночка, играешься, да? Молодец, ты наша забытчица. Вон она как, вон она. Да, молодец, Динка, молодец. Да, играйся, играйся. Надеюсь, блин, она не какая-нибудь там селитерная, больная. Чтобы Джиночка не заразилась. Давай, давай, Тайс, копай, копай землю. Копай, Тайс, молодец. Копай, копай. Молодец. Блин, собака. Возьми тазика. Джина, стоять. Нет, Джина! Ко мне! Нельзя, ко мне. Все, молодец, молодец. Иди ко мне. Нельзя. Стоять, нельзя. Нет! Нельзя. Светка удерживает тазика, а я Джинку. Короче, это, тот дед плывет на лодке по реке, а его две собаки, значит, вдоль берега вот так вот бегут за ним. Молодцы, смотрите, какие. Ну, это лайки, они знают свою работу. Где вторая-то? Да ладно, отпусти, он не побежит за ним. Ёбка моя. Ты красотка какая шоколадная. Сидеть. Сидеть. Сейчас, короче, возьму рыбу, выброшу подальше туда. А то она, Джинка, начала уже ее грызть. Оп, чтобы не видела. Оп. Вдруг эта рыба больная, раз она на поверхности плавала. Может, она больная. Все, иди гуляй. Нельзя. Нельзя. Джинка ее быстро найдет. Я же ее... Она же у меня искала игрушки, я же говорил. Вон, вон, Джина, вон, ищи. Оп. Вот, 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 Джина, вон, вон. Оп, оп, оп. Смотри, 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 смотри. Оп, оп. Ой, поймала, молодец.
Охотница. Что там какая-то мелкая, надо побольше рыбку, Джиночка. Да, да, это молодец. Да. Джина, стой, плюнь, плюнь. Что за рыба, друзья, кто знает? Плотва. Ой, я думаю, она какая-то больная, поэтому от таких надо рыб избавляться и выбрасывать их. Опа! Ой, поймала сразу, прикинь. Смотри, сразу поймала. Вот этот Джина молодец. Охотница. Как медведи рыбу ловят. Такая скользкая. Здесь что, хорошо, вот так идешь по пляжу, ну, вдоль берега, и песочек. Здесь какой-то красный флажочек, чтобы он мог означать ЗУ номер 11. Что это значит? Давайте мы туда Светку там оставим. А с собаками схожу сюда на разведку. Да, Джина? Опа. То есть он, блин, зря ты за нами идешь со своими лапами, а? Поэтому как-то вот не хочется тазика с собой брать. Он может себе повредить сейчас что-нибудь. Смотрите, какие красивые места. Ай, молодец, Тайсон. Вы видели, как он прыгает? Вообще бесстрашный пес. Попер на двух лайк, вообще даже не думая. Молодец, Тайсон. Джина, смотрите. Молодец, Джина, давай сюда. Че, Тазик, пойдем дальше сходим? А, там же этот мужик без трусов загорает. Это который мы... Ой, Тайсон, смотрите, плывет здесь, правда, глубоковато, по пояс, он плывет, молодец, Тайсон, молодец. Вот такие у папки охранники, да, за папкой следует. И это, он решил туда уплыть, чувак, и там позагорать без трусов, как нудист. А это дедок, вон он, плавает. Он, значит, плывет один на лодке, а собаки либо тоже рядом плывут, либо вот так вдоль берега бегут. Там одна из них лайка, по-моему, вторая какая-то метис. Светик вон там, вон, видите, плавает и машет нам. Ой, а здесь какой-то коврик чей-то, смотрите. Я надеюсь, мы здесь никого не спугнули. Смотрите, коврик лежит. Прикиньте. Тайсон, это чей-то коврик. Джина пошла там в камыши рыбу ловить. Я здесь иду, а местность такая каменистая. Блин, у Тайсона на жопе какая-то шишка вылезла. Походу это железы надо почистить. Я сейчас посмотрел, прям вот заметил. По-моему, вот я дома что-то не замечал. Сейчас вот заметил. Пошли, Тайсик. Я чуть-чуть повыдавливал, да, там прям такая густота выдавливается. Надо будет дома еще повыдавливать. Вон, видите, блин, жалко Тайсона. У него уже была такая фигня. Помните, как-то раз я видео снимал? А вон мужик на лодке плывет с одной собакой, а где вторая, непонятно. Наверное, на берегу плывет, бежит. Вот что-то она как-то криво плавает. Тайсон, на рыбу, иди сюда. Тайс, на, возьми рыбу. Ой, ой, уплыла, смотри, да, возьми, возьми, Тайс. Ай, 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 смотри, смотри, смотри. Все, она быстрее тебя намного. Джинка в этом плане, конечно, шустрее. Ладно, пошли. Красиво плывут. Интересно, Джина увидит.
А где вторая? Вторая давно домой была, батя. Это аж туда приплыл, козел. А-а-а. Вот его везти надо обратно. А где он обратно? Там у вас палатка? Где? У нас там домики. А, домик? Это у нас база здесь. А, база. Это сейчас на земле. Понятно. А здесь рыба есть большая? А? Большая рыба есть? Есть, но сейчас такую жару она на полводе стоит метров на 8. Да? Ее никто не возьмет оттуда. А судак есть? А? Судак. И судак есть, и сука, и сука. Короче, можно, да, ловить? По утрам, по вечерам. А сколько здесь она будет брать? Ну она уже сколько? Два месяца не берет рыба, ничего себе. А то, что вот это вот здесь плавает, плотва, да? А, селитерны? Ага. Его лучше не брать, да? А собака его ловит, нельзя? Ну, она не отравится? Нормально, да? А, понятно. Но лучше вообще, да, собаке нежелательно? Собаке нежелательно, да, такую рыбу? Да, понятно. Ага. У мужика, кажется, там где-то база есть, и собаки там живут. Одна убежала на базу, а этот, говорит, за мной приплыл. И пришлось его вот везти обратно. Ну какой. Там помолик. На медведя пойдем. Сейчас папка будет это. Тась, ты что там где-то? Раздувает он. Он огонь раздувает. Сейчас папка пойдет. Я ничего не вижу. Рубить. Не видишь ничего? О! М? О! Рапензон. Хоть как по пальцу, бат. Контент. Не надо, у меня такой контент. Мне еще ходить хочется. Почему он выключается? А? Выключи. Классный, да, топорик? Угу. Джинка, помощница. Джин, скажи, дай зубами да? Сейчас быстрее, да? Она говорит это. Тайсон, зачем ты? Тайсон, зачем ты ко мне пришел? Ты не можешь разрубить, я говорю, сейчас разгрызу быстро. Вот так надо. Вот. Не так, да? Робинзон будет разжигать огонь. А пятница у нас что, вместо оператора? Ну да. Я плавать хотела пойти. Все-таки, друзья, когда вы отдыхаете с собаками, это лучше, потому что, например, вот придешь туда, где еще есть люди какие-нибудь, вот здесь, к примеру, да, мы сегодня пришли, был человек. Если бы у нас не было собак, может быть, человек бы остался. А так, он, наверное, подумал, вот сейчас собаки тут бегать будут, мешать, в общем, и ушел. Или, например, мы здесь с собаками уже, в общем, тусуемся, да, расположили лагерь. И кто-нибудь еще там захотел сдалека идти, просто увидел собак, или собаки их увидели, полаяли, и все, они развернулись и ушли. В этом плане классно. Тебе больше никто не придет, если ты с собаками. Вот такими. Ну и, например, как охранники, они тоже хорошо. Но тут тоже надо, видите, глаз да глаз. Вот только что мы тут вот сидели, отдыхали. И собаки тоже лежат. Тайсон туда смотрел, Джина тоже вот здесь вот лежала, в нашу сторону смотрела. А я вот именно как раз в ту сторону смотрел. Пью пиво, в общем, рыбку ем. Смотрю, собака стоит, пушистая вот эта, первая, которая сразу убежала. Думаю, нифига себе большая. Вот если бы Джина ее сразу увидела, я думал, она бы побежала, она бы подралась с ней. А так получается, я собаку свою схватил, и вроде потом подошли два кобеля, все нормально. Тайсон не конфликтный, ну а Джиночка с кобелями так выборочно, более-менее, можно сказать, и не огрызается на них, если кобели адекватные. То
То есть кобели тоже понимают. То есть Джинка указала, что это ее территория, что она здесь тусуется, и они сюда не подошли. А когда старик уплыл туда дальше на своей лодке, та убежала сразу туда. А вот этот кобелек, который к Тайсону подбежал, серый, Лайка, она, значит, сюда не пошла. Она увидела, что ее старик плывет туда. И вот так оббежала. Ну, я вам показывал, да? То есть Джинка сразу побежала за ним, огрызнулась, типа прогнала его и дала понять, что это моя территория, здесь нефиг тебе делать. И вот он вот так оббежал. То есть собаки тоже понимают. У всех, у каждой собаки есть своя территория. В общем, если она придет сюда, значит, она претендует на эту территорию. А та, которая здесь была, должна отстоять свою территорию. Поэтому была бы драка. Получается, собаки поняли друг друга и без конфликта обошлось. Светка так далеко уплыла. Я пока костер разжигаю. Сейчас уже обеденное время. Сейчас шашлычок пожарим. Света поплыла поплавать. В общем, собаки отдыхают. Блин, у тазика жалко. Какой-то шишак опять надулся в области жопы. Как в прошлый раз. Помните, давным-давно я вам на видео показывал, что у него там паранальные железы воспалились. И в этом же месте тоже такая же шишка. Значит, надо вот было почистить. В общем, я сейчас подавил, там чуть-чуть вышло. Ну ладно, домой придем, я думаю, более в стерильных условиях я ему повыдавливаю. Я думаю, ничего страшного не должно быть. Надеюсь, вам понравился прошлый видосик. И мы решили, в общем, пока хорошая погода, еще раз сюда сгонять. А что дома делать? Посмотрите, какая красота, природа. Дикий пляж. Кайфуй, не хочу, называется. Ну и Тайсону, получается, тоже нормально. Чем бы он дома лежал, он вот и здесь может полежать, побегать, походить, поплавать, отдыхать. Главное, чтобы никак ему это во вред не пошло, на лапы. Потом, я думаю, все равно он потом хромать будет. Потому что днем он весь день спит, например, дома, да? А здесь он весь день тусуется. Представляете, как он устанет ближе к вечеру? Он целый день будет на ногах. Нагрузка на лапы. Лапки слабенькие. Я из-за этого только не хотел. А дома он просто спит и все. Сил набирается. А здесь весь день он, короче, ходит. Блин, а где Света наша? Вообще я ее потерял. А, вон она туда поплыла. Офигеть. Там есть офигенное тоже красивое место. Такое вот деревья. Еще горка такая. Вот она, наверное, туда поплыла. Она вообще плавчиха еще та. А я пока вам рассказываю, тазик вот тут рядышком сидит. Его просто не было видно, он за кадром сидел рядом с камерой. А Джиночка, вот она лежит. То есть, вот наш костер. Одна собака туда смотрит, а Тайсон туда. А, он наблюдает, кстати, за Светкой. Светка, вон она, смотрите, вон, видите, голова торчит в центре. Вон она в центре кадра. Офигеть, смотрите. Блин, Светка, я надеюсь, тебя спасать не придется, а то, прикиньте, сейчас уйдет на дно, и потом ее не найдешь ведь. Где ее потом искать? А тут спасателей нету. Я надеюсь, что она понимает, что делает. Все-таки взрослый человек. Тайсон тоже за ней наблюдает, смотрите. У него, кстати, очень хорошо развиты вот охранные качества. Тайсон вот, Джина может лечь и спать, а вот Тайсон будет сидеть и наблюдать. Вот ну, ему всегда все кажется подозрительным, если кто-то где-то будет там шевелиться, он всегда будет сидеть и наблюдать. Ну, боксеры все-таки это служебная больше собака. А питбули, они так, по собакам, ему собаку дай, скажи, подраться, я с удовольствием, да? А так кайфую в основном. Эх, красота-то какая! Лепота! Джинке ошейник надел, а вдруг вот реально собака вот прибежит, тяжело ловить собаку свою, когда она без ошейника, не за что ухватиться, только за шкуру. Блин, Светка молодец, она реально на то место поплыла, вот вам ее точно сейчас вы не увидите, а я вижу, голова торчит вдалеке, она поплыла на то место, но сейчас она разведает, что как, и приплывет, скажет. Такая у нас Светулька, Светулечек, пловчиха, спортсменка, комсомолка и, наконец, просто красавица, да, Джина?
друзья, сейчас вам покажу, как выжимать паранальные железы. Утайсон обнаружил, в общем, шишку. Только что без камеры я повыдавливал. Прям у него реально как глина, знаете, такая, очень много оттуда выходит. И я вам сейчас покажу, как она выглядит. Вот, смотрите. Не знаю, видно вам будет, нет? Вот, смотрите, видите, как много вышло? Я прям почувствовал, у меня шишечка меньше стала. Вот, смотри, 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 смотри. Вот это говно надо все убирать. Если не убирать, будет... О, смотри, выходит, видишь как? О, видите, как много выходит? Светочку поснимаю чуть-чуть. А то мне там написали уже, говорит, что ты нам леса показываешь? Такая девушка, говорит, у тебя красивая. А ты нам, говорит, какие-то леса показываешь. Нормальный, говорит, контент снимай. Значит, у меня тут это, мясо курдюк, как в узбекском шашлыке. Это любит курдюк? Жир. Баранья. Не знаю. Не знаешь? Не ну, знаю, попробую, еще не знаю. Покажи поближе. Вот, значит, это курдюк у нас, это мясо. Курдюк барани, мясо говядина. Дина будет в рот заглядывать. О, погнали. Лепота-то какая, красота. Тик-ли-тё-чи-чик. Не буду Светку Светкой называть. Светлана. А мне нравится. Светочка. Светка. Светик. А Света говорит, мне нравится. Да. Я читаю ваши комментарии и замечания, видите? Ну да, я что-то с другой стороны так подумал, что-то Светка как-то это грубовато, что ли. Я у нее спросил, она говорит, мне нравится. Ну ладно, если нравится. Если не оскорбляет это ее никак, то... Джин. Она говорит, а тебе нравится, когда тебе Димка называют? Димка. Я говорю, мне не нравится. Как-то я слишком как пацана такого. Джина! А ты бы сказал, она как... Ей так вкусненько. Как пацан Димка. Дмитрий или Дима. Значит, Светлана или Света. Все, друзья. У меня у самого слюни текут. Папка чуть не забыл. Их. О, нормально, кстати. Ничего не испортилось. О. Следи, Тайсон, если что, следи. Следующая заставка будет вот эта. Это ничего спутника. Ай, куснула Зиночка. Зиночка, Зиночка. Расстилай. Подожди. Все грязное. Что она как-то хорошо вытряхается, да? Грязная не становится. Смотри, вертолет. Кто-то на дачу себе летит. Или это за нами. Мне кажется, хватит. А то подсохнет, будет сухо, да? Клади, да? Правильно. Джина, где рыба? Давай вперед, ищи. Вперед. Две рыбы не знают, за какой поплыть. О, давай, возьми, Джина, возьми.
уплыла далеко. Смотри, 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 быстро, быстро плывет. Возьми, Джина, возьми. Смотри, 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 как быстро плывет. Возьми. Молодец, Джина. Давай, давай, возьми, возьми. Возьми. Ай, молодец. Ай, 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 давай, 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 давай. Блин, там уже глубоко. Оп, смотри, 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 потеряла. Оп, 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 давай, давай, давай. Ай. Оп, поймала, смотри, молодец, Джина. Смотри, ты оказалась, блин, это... проворнее, чем эта рыба. Правда, чуть-чуть наглоталась водички. Ай, умничка. Дай, Джин, апорт. Апорт, 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 апорт. Молодец, молодец. Вот она, рыбочка. Умничка, хозяйственно. Там еще одна плавает, Джина. Вон она, вон она. Вон, Джина, возьми, вперед. Вон, возьми, вперед. Нет? Вон, молодец, да, возьми. Возьми, 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 возьми. Возьми, возьми, Джина. Давай, молодец. Возьми. Ай, молодец. Давай, ай, молодец. Смотри, класс. Смотрите, мы сейчас, блин, себе на уху насобираем. Классно. Молодец, Джинка. И Тайсон такой учится. Учись, студент. Молодец, Джиночка. Молодец, умничка. Она тоже почему-то с головы начинает. Не надо, да, и ушла. Молодец, Джина, не Только надо. Только поиграть, наверное. Да. Она что-то понюхала, она чувствует, что, наверное, она плохая рыба. Убила. И пошла, типа, это, еще. На уху, смотри, пошла, пошла. Она же любит этих мышек ловить. А вон, смотри, вон еще плывет. Блин, друзья, не успел вам заснять. Джина сейчас за этой рыбкой охотилась, как на курсинге. Туда-сюда от нее. Молодец, давай сюда, тащи уже. Воды нахлебалось и в уши залилось. Успокойся. Ко мне, Джина, иди сюда. Она, походу, уже плохо слышит. В уши залилось. Молодец, Джиночка, дай. Апорт. Апорт, ну ты моя, молодец. Умничка, умничка. Все, нельзя. Пошла опять работать. Джина, ты работяга, я понимаю, но нельзя. Джина, все, нельзя, ко мне. Пошли. Все, короче, первый наш шашлычок готов. Сейчас покушаем. Красота на закате-то, а? Джина. Назад, сидеть, назад. Сидеть, стоп, Тайс, стой, сиди. Сиди. Ой, а чё? Ты можешь потянуть? За что? За кусок. Порвать? Да. А, Тазику, это Джинки. Все, собаки. Джинка, ну и тебе тут эту косточку я приготовил. Иди, иди туда, Джина, на.
На, бери, Джина, бери, иди туда. Или ты, Тайс, иди туда. Джина, смотри, хитрая, она знает, что тут это, вкусное что-то есть. Ты, походу, переохлаждилась. Нет, нельзя. Опять поймала рыбу. Джина, ты главное, блин, это не отравись. Мы тут кушаем, а Тайсон наблюдает. В рот заглядывает. Тазик, вы уже свое мяско съели, вам хватит. Там у вас косточка лежит, что-то никто не хочет эту косточку. А Джиночка там охотится. Джина рыбку увидел. Сейчас скажу, возьми, побежит. Далековато что-то она. Возьми, Джина. Охотница наша, добытчица. Она прям как это, левица. Блин, она уплывает туда. Я бы не хотел, чтобы она туда уплывала. Надо к берегу. Давай. Курсинг, друзья. Только намного больше нагрузка в воде на лапы идет. Потеряла. Вон, Джина. Вон. Молодец, возьми. Оп. Где она? Вот она. А, нет. Чего-то. А куда она делась-то? Уплыла, потеряла, смотри. Куда-то делась. Молодец. Вот она, вот, Джина. Возьми, лови. Давай, возьми. Вот. Ай, молодец, поймала. Все, вылазь из воды. Хлебанула водички. Как раз оба посушатся. Возьми. Злюка, Джина. Тайсон, скажи, да я хочу тоже играть. Тайсон, ну, Тайс, я тебе говорю, что лапу повредил. Смотри, как она ломает. О, здесь на удочку, кстати, хорошо, да? На шарике как ты делаешь? Чуть-чуть. Вот, и уже подсох почти. Ну, хорошо. А я взял эту чесалку. Может, повычесывать его? О! Смотри. Как угольки сделал новые, так сразу поджарилось. А что я хотел? Чесалку взять. А, чесалку. На Светлану посмотрел и забыл, что хотел сделать. Джинка опять рыбу ловит. Чего я это снимаю? Как ты боишься? Как ты ищешь чесалку? Пойдем.
А это как раз лежит в таком месте, что его можно поучесывать. Вот, смотри, сколько у нас. Там видно что-нибудь? Свет, а ты же свет перегорожаешь, лучше оттуда снимать. Что? Пытаюсь на спа процедуры. Пока мы тут это, Джинка уплывает. Джинку так потеряем, да? Никому не надо шерсть для... варежек. Для пояса. Нас... Для варежек? Для варежек или для пояса. Собачья шерсть. Покажи от радикулита. Жену, смотри, как она уплыла далеко за рыбой. Все, Тайсон домой приедет чистенький, шелковистенький. Какой ты шерстяной, Тайсон. Да пипец, с него столько шерсти сыпется. Круглый год. Сколько не вытесывает, все равно чешет. Ты как это? Все, хорош. Как самоед, Тайсон. Ой, смотри, поймала и сюда несет. Тайсон смотрит, как папка кушает. А Светик с Жинкой охотятся. У нас, короче, идея возникла поздно. Вот эту кастрюлю набить рыбой. И поздно. Мы штук 5 выбросили туда. Но сейчас то, что здесь валялось, мы сейчас соберем. Смотрите, какая большая. Ничего себе. Ого! Ого, вот это лещ большой, которого я это ел сегодня с пивком. Какие у нас эти добытчики? О, он даже не помещается. Давай, давай, а то еще уплывет. Прикиньте. Динька, на, пошли играть. Титащи, боже. Диночка. Домик. Рядом. Рядом. Молодец. Домик. Карусель, тише вы, доигрались, да? Ну это нормально. Ай, ты моя хорошая. Ух, игры ваши. Молодец, Джиночка. Молодец, смотри, с первого раза поймал. Умничка, давай ведрышко складывай, иди туда. Пошли сюда, Джина. Апорт. Апорт. Апорт, возьми, Джина. Молодец. Апорт. Ко мне. Апорт, Джина. Дай, апорт. Дай. Ну, кстати, классно очень на закате так.
А ну-ка давай этот что? Шпагат свой растяни. Шпагат? Как ты там? Наверх. О, давай выше. Давай, садись. Ух, нифига, друзья, смотрите себе это. Светик у нас какой, что умеет. А поперечный? Поперечный? Нет, поперечный не сам. О, смотрите. Заставка сегодняшнего видео. Офигеть. Я так не умею, я тоже учился, но у меня не получается пока что так. Джинка всю рыбу быстро переловила уже. Да? Скажи, что она плавает, селитерная, да? Правильно. Давай в кастрюльку ее. Давай мясо. Пойдем? Дай. Джин, дай. Джина. Джин, опор. Джин. Джина, дай мне. Дай, возьму. Джин, дай. Стой, подожди. Жди. Нет, дай. Джина. Подожди. Пойдем в кастрюльку положим. Пойдем. Подожди. Пойдем в кастрюльку. Она же все равно, наверное, умрет. Чтоб не заражала других рыб. Оп. Рыбачка наша. Вот так, маленькая. Тебя видно. Ну все, друзья, мы поехали. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Джина никак не угомонится с этими рыбами. Она уже вся дрожит, блин. Я говорю, нельзя, она все равно опять плывет. Уже целую кастрюлю на уху себе сделала. Заработала. Короче, собака с голоду не умрет, если захочет. Все, Джиночка, давай, сейчас сушиться будем, домой поедем скоро. Молодец, молодец, моя радость. Все, нельзя. Тайсон, ты считаешь, сколько штук? Тайсон, и это еще не все. Штук 5 мы выбросили туда, в лес. И сейчас еще одна будет. Смолан, еще одна, смотри. Как она их ловит? Молодец, давай сюда. Прям за хвост. Умничка. Давай, ко мне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давай, опор, Джина, ко мне. Дай. Все, 11-я рыба последняя. Хватит. Она опять пошла. Вон она еще плавает. Джина, нельзя, все, ко мне. О, она ей хвост, смотри, переломала. Джина, ко мне. Нельзя. Иди сюда. Ко мне. Все, Джина. Все, хватит. Молодец. Ты уже переработал норму. Все, пошли. Сушиться и домой. Джиночка у нас молодец, да, Тайсон? А ты наблюдаешь. Пипец, да, смотрите, как собака, блин, на плаву держится, а, в воде. Обманула сзади. Давай. Молодец, за хвост поймал. Она скользкая. Давай, апорт. Джина, ко мне. Уже устала. Все, хватит. Уже 12-я рыба. Ты молодец, моя зайка. Все, угомонись. Блин, жалко уже ее. Все.
наш улов. Джина, ну хватит. Вот, блин, вот что значит рабочая собака. Ей пофиг на состояние. Она есть цель, не вижу. Джин, стоять! Он еще плавает. Все, ко мне, пошли домой. Уже закат, уже ехать надо, а то сейчас в темноте придется ехать. Все, пошли, нельзя, ко мне. Эй, выходи давай. Иди туда. Где Тайсон? Где Тайсон, Джина? Все, вот вся твоя добыча, Джиночка. Молодец, вот видишь, все. Видите, моя русалочка. Ну, какой красивый у Светика шпагат. Да. Какая девочка у нас. Во, класс. Вот отсюда, да, класс. Блин, тазик отвернулся. Да, вот так. Ага. А это? А поперечный? Нет? О, ничего себе. О, она волна. Ехай. Ехай. А что-то как не очень. Не очень? Либо. Ну ладно, пойдет. Ну ладно, пойдет мне. Ну шпагат классный получился. И такая красивая, вот эти как.